Сегодня завершилась регистрация участников кадрового конкурса «Пензенская область. Регион возможностей», которая длилась 4 недели. По последним данным, состязание привлекло более 4000 соискателей. До 23 июля у них еще есть возможность подготовить эссе, посвященное проблемам в разных сферах жизни и способам их решения, и разместить его на сайте проекта. Это обязательное задание, и допуск к следующему этапу без него невозможен. Тех, кто наиболее успешно преодолеет все этапы, включат в резерв управленческих кадров, дадут возможность пройти образовательные программы. 10 победителей смогут сделать это в одном из ведущих вузов страны, а также пройти стажировку за рубежом.